Каждый год в Каир приезжают тысячи туристов. Сфинксы, пирамиды, древние папирусы и мумии давно покорили мир. Длинные очереди выстраиваются на входе в Каирский музей, чтобы увидеть сокровища, собранные известными египтологами, среди которых есть и русское имя Владимир Семенович Голенищев. Мы отправляемся в путешествие по Египту, чтобы рассказать и показать как можно больше о нашем выдающемся соотечественнике. Мы начнем нашу поездку в России, а затем вместе с вами посетим Луксор, Кену, Асуан и Каир. Владимир Голенищев родился и вырос в Петербурге. Любовь к Древнему Египту привела его на факультет восточных языков Петербургского университета. Талантливый студент много работал в хранилищах Эрмитажа и на втором курсе показал научному миру свои находки – папирусы предсказания Нефертити и поучения Мерикара. После университета Голенищев бесплатно работал в Эрмитаже и составил каталоги египетских экспонатов. 1879 год. Первая поездка Голенищева в Египет. Наследство отца позволило Владимиру Семеновичу путешествовать, заниматься раскопками и коллекционировать редкие экспонаты. Осмотрев Каирский музей, он отправился по Нилу в Верхний Египет. Мы отправляемся за ним. Города Южного Египта, Кену и Луксор, называют огромными музеями под открытым небом. Они были центром притяжения египтологов. Стены древних храмов покрыты иероглифами, но кроме изучения древней письменности, в Луксоре легко можно было приобрести артефакты. Голенищев в совершенстве владел арабским языком. Он вызывал уважение у египтян. Это позволяло Голенищеву бывать там, где не бывали другие, и легко договариваться с торговцами. А тонкий вкус, глубокие знания истории и особое чутье покупать уникальные экспонаты, среди которых никогда не было подделок. Так в Луксоре он приобрел статуэтки жреца Менхотепа и его жены Ранай, математический папирус с задачами по геометрии, косметическую ложечку из слоновой кости. В ноябре 1890 года в Каир прибыли наследник русского престола Николай, великий князь Георгий Александрович и Георг Греческий. Посещение Египта было частью их восточного путешествия. Мы знаем детали этого путешествия из книги Ухтомского. Египтологи Голенищев и Эмиль Брукш сопровождали августейших путешественников во время их поездки по стране. Вместе они отправились на пирамиды Гизы. И хотя все боится времени, но и оно боится пирамид. Великие князья поднялись на пирамиду Хеопса, а раньше всех Николай. После Каира они отправились на экскурсию по Нилу, остановились в Кене, где смотрели танец Альмей или просто танец живота. Много дней провели в Луксоре, посетили храмы, особенно их потряс храм первой женщины фараона Хатшепсут, который они сравнили с Екатериной II. Потом они продолжили свое путешествие на юг, Кетфу, Комомбо, Асуану и острову Филе. Голенищев продолжает работать в Эрмитаже, где совершает очередное открытие – находит папирус «Сказка о потерпевшем кораблекрушении». Уникальный папирус рассказывает историю, очень похожую на Одиссею. Может быть, именно он вдохновил Одиссея? В 1913 году будет опубликована его работа о знаменитых папирусах. Коллекция Голенищева продолжала пополняться. В Каире он приобрел две клинописные таблички с перепиской царя Аменхотепа и его сына Эхнатона. Там же он смог приобрести уникальные фаюмские портреты. Впоследствии в его коллекции будет 22 портрета. В 1991 году он приобрел три больших папируса, найденных крестьянами в глиняном сосуде. Это было знаменитое путешествие Уну-Амона в Библ, которое рассказывало о приключении жреца, отправленного за кедром в финикийский Библ, а также ономастикон Аменопе, вариант древней энциклопедии. Коллекция больше не помещалась в доме на Английской набережной, и Голенищев приобретает дом 15 на Маховой улице. Он заказывает специальные шкафы для экспонатов и лично проводит экскурсии. Беда пришла в 1907 году. Золотопромышленное общество, которым руководил муж сестры, погрязло в долгах. Единственным выходом для спасения чести семьи стала продажа дома и коллекции, в которой на тот момент было более 6000 экспонатов. Голенищев категорически отказался продавать коллекцию за границу. Профессора Тураев и Цветаев сделали все, чтобы Николай II согласился приобрести коллекцию. Такое решение было получено в 1909 году. Местом размещения коллекции должен был стать музей изобразительных искусств.
Цветаев специально съездил в Египет, чтобы создать особый зал, повторяющий зал в Луксорском храме. Священные звезды, орнаменты покрывали потолок. В 1909 году Голенищев женился на француженке Сесиль. Его жизнь протекала между Петербургом, Ниццей и Каиром. Последний раз Голенищев был в России в 1915 году. После революции он остался за границей без средств к существованию. Выдающемуся египтологу было трудно устроиться в европейские университеты в период Первой мировой войны. Он долго искал работу и наконец-то получил место преподавателя в недавно основанном Каирском университете. С 1917 по 1947 годы Голенищев был профессором Каирского университета. В 1924 году он создал и возглавил кафедру египтологии. Голенищев был хранителем Египетского музея и в 1927 году издал том Генерального каталога музея. Он работал в университете Фуада и в Заафаране помог русскому египтологу Викентьеву получить работу в Каире. В Каире он жил по адресу Сесиль Хотел и часто бывал в Гроппе. В 1929 году Голенищев уходит в отставку, но часто бывает в Каире. Он много занимается переводами и состоит в переписке с известными египтологами. Часто приезжает в Луксор. В 1939 году в Каире в знак благодарности за труды ему был посвящен том «Аналов службы древности Египта». Владимир Семенович скончался в Ницце в 1947 году. Он умер, склонившись над переводом папируса. Вся его жизнь, с раннего детства до последнего вздоха, была посвящена Древнему Египту.